Короче говоря, в общем и в целом, пока все охуительно, пока все охуительно. Смотрите, вот у меня было за где-то в моменте более 20 роботов, ну и практически все они в плюсе. То есть роботы, торговые роботы от Binance, торговые роботы от Binance, которые от самой биржи Binance, они вообще охуенно отрабатывают. Вот. Сетка спота тоже охуенно отрабатывает. Чего мне не нравится? Чего я не понимаю? Чего я очкую? Сейчас у меня, вот я говорю охуенно, но я понимаю, что будет какой-нибудь памп или дамп, и мне пизда. Вот я показываю почему. Вот нажимаю активный, сетка фьючерсов. И тут, блядь, видите, какая хуета творится? Вот так вот. Вот так вот, да? Ну вот, предположим, для наглядности. Вот. Я стою в шорту. В шорте стою. В шортовой позиции. Значит, продаю я по 6,85. Да? Вот она. А она уже цена 741. И мне пизда. То есть у меня минус 31%. Минус 31%. Да? И я вот чего не понимаю. Чего я не понимаю. Как ограничить свои убытки. Как ограничивать, как ставить стопы. То есть давайте заново как будто бот создадим. Торговые боты. Просто, предположим. Вот как я изначально, да, все создавал, как бы, ну, просто, допустим, вот, нейтральная стратегия. Я всегда беру нейтральное, чтобы он торговал и в шорт, и в лонг. Значит, здесь мы всегда ставлю авто и всегда почему-то 30 дней. И здесь есть такая фишка, что дополнительные параметры, режим маржи, почему он не меняется не на перекрестную, а хочу изолированную поставить, тоже мне это непонятно. Хорошо, даже если вручную, тоже не ставится. Вот стоп-тигер, да, казалось бы, спасение мое. То есть минимум можно поставить 1,2, да, ну, она должна быть меньше этого, то есть 1,2, и выше там 1,7. Но я не понимаю одной вещи. Вот я ставлю, да, казалось бы, вот решение моей проблемы. Вот есть, можно и так поставить. Но я не понимаю одной вещи. Вот объясните мне, идиоту, как мне здесь поставить, если я хочу, вот предположим, я хочу, просто предположим, вот у меня начальная маржа 100 здесь, да? Вот. И как сделать так, чтобы когда она была у меня 90, чтобы этот бот нахуй закрывался и все позиции закрывались и просто. То есть я хочу минус 10%, да, стоп поставить. Как здесь его ставить? Вот как? Я нихуя не пойму. То есть я так понимаю, что если здесь вот верхняя цена выйдет, да, и я вот как вот здесь вот буду, блядь, в шорте стоять, то у меня нахуй уже будет не минус 10 долларов, как я хочу, минус 10%, а будет, блядь, каких-нибудь минус 20 долларов. А у меня таких сеток будет миллион, понимаете? Я хочу вот стопы ставить. А как ставить, я не понимаю.